Но, несмотря на неутешительные данные и объявленный режим самоизоляции, дагестанцы дома не сидят. Если в первые дни карантина индекс самоизоляции в столице показывал 4,8 баллов, то сейчас на улицах можно встретить людей, как направляющихся на работу, так и попросту прогуливающихся на свежем воздухе. Некоторые связывают это с тем, что люди попросту не верят в существование какой-либо угрозы. Хамза Нурмагомедов провел соцопрос и узнал, почему дагестанцам не сидится дома. Все больше людей в Махачкале выходят на улицу, нарушая режим самоизоляции, при том, что количество инфицированных коронавирусом в Дагестане с каждым днем увеличивается. Мы решили узнать у граждан, в чем же причина. Ну, выходит, потому что уже недели две посидели, надоело. То есть постоянно сидеть, мы не привыкли к этому. Работа, денег нет. Кто нам деньги дает, скажите? Я лично очень устала, поэтому вышла. Погода прекрасная. Мне кажется, люди сидят дома только те, кто боятся, те, кто думают, что они заболеют. Те, кто не думают, что они заболеют, они спокойно выходят гулять, и они не болеют. Я лично много раз выходила, я не заболела, никаких симптомов у меня нет. Все у меня прекрасно, я живу здоровой, все нормально. Я не думаю, что это прям из-за какого-то вируса такую изоляцию делать. Видимо, это какие-то свои политические, какие-то заговоры, наверное, или что-то они выдумают, я не знаю. Это личное мое мнение. И, видимо, поэтому, ну, не могу сидеть дома, нужно выгулить себя, своих детей. Что вирус не так страшен, как его нам преподносят, это первое. А во-вторых, зверя долго в клетке не удержишь, если есть выход. В любом случае, ну, наших людей неусидчивых, ты не запрешь. С детьми тем более, все равно людям надо выходить. И не верят, до государства уже никто не верит по факту, если так взять. Кто деньги зарабатывает, у кого деньги закончились, они не вынуждены уже зарабатывать как-то, работать. Запас тоже кончается. У нас народ такой, они до последнего стараются, они до последнего думают, что это их обойдет. А когда уже сталкиваются, бывает поздно. Поэтому я рекомендую лучше самоизолироваться. И мы-то по мере необходимости приходится на работу уходить. Поэтому по работе вышли. Верить в эту болезнь или нет – дело каждого. Однако нельзя забывать про ответственность за себя, своих родных и за общество в целом. Она заключается в первую очередь в соблюдении элементарных правил безопасности. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал НТ, Махачкала.